Привет всем, Москва. За словом Рольф Восток. Конец марта. 30 число. Собственно говоря, вот этот весь скоп автомобилей на площадке перед торговым центром продается. Цены я вам не скажу, потому что они вот QR-коды на них повесили. Так, весь автомат. Skoda Edition. Hyundai, Volvo. Nissanчик есть. Цены, скорее всего, на сайте, но опять же, обычно они с реальностью расходятся. Subaru с крашеным бампером. Kia тоже с крашеным бампером. Ford Kuga. Что там у нас? Тоже автомат. Машины стоят в разнобой, выбор большой. Вот кто-то уже будет брать, наверное, что они там смотрят. Volvo. Любой выбор и цвет. Полики стоят. Тюр. Бордов много. Это вот еще не выставлено. Да, Шкод очень много. Даже Лады есть. Лада Веста. Что-то прям наводнили. Вот еще одна весточка стоит. Кашкая есть. Да, фордов очень много, ребят, и Шкод очень много. Октавии как минимум 6 или 7 я насчитал. Даже 8 уже. Судзуки затерялся даже. Даже новые Поло относительно есть. Но это все, что касается, наверное, снаружи. Я сейчас зайдем внутри, посмотрим. Смотрите во втором видео. Ссылка в описании. Кеша. С вариатором. Kia даже есть. Ну это все, это уже автомобили на парковке, а так вот. Ну примерно, я бы сказал, машин 70-80 на открытой парковке. Сейчас посмотрим, что там есть у них внизу.